Вот деревня, утром выгнали коров. Теперь ждут, когда другие выгонят. Я показываю усадьбу этого барабаша, его технику. И там он работает. Техники, двор целый. Приехал, ничего нет. У ребенка такой горшок на спине. И вот теперь батюшка сейчас овечек своих выпускать будет. Какой священник этим занимается? О, это его хозяйство батюшкино. Ему с тарелкой не надо по храму ходить. Вот они. Вот смотрите, это что интересно. Ну, у меня руки трясутся так. Не очень так импозантно выглядит. Это овечки его. Но я думаю, что это не все. Так что тут хотели какие-то приехать, чтобы плов варить, жить, батюшке покупать. Но надо договариваться. Вот она выходит, овечка. Так. Велосипед увидали. Велосипед увидали мой. Давай, чтобы прошли. О, баран в новые ворота, говорит. Если одна пройдет, то и все. Все. Вот это баранья логика. Одна случайно прыгнула, теперь все прыгают на этом месте. А уже нет преграды никакой, все равно прыгают. Методом подражания. Самое глупое создание овса и спис голубь. Это избранники Божии. Езра говорит, сколько зверей, говорит, а Господь избрал для себя овцу. Сколько птиц, говорит, а избрал голубицу. Вот она стоит, корова, на дороге, оправилась, и ничего нет такого, засохнет и ветром сдует. Вот. Это у нас в России, а в Европе так нельзя. Нельзя. Интересно, один мужик там где-то в Лондоне, город там многомиллионный, и он гонял там коров, но у него немного. О, бык пошел. Ну и люди стали жаловаться, говорят, прогонит, говорит, а там лепешки остаются и не всегда убирает. А он сумел, мужик, докопаться. Что ему разрешено. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Это алабай. Какой он огромный стал. Алабай, а. Ай, какой алабай, а. И он нашел где-то в списках и нашли это, слышь, в архивах, что ему разрешено было там лордом каким-то. А это неустраненное. Эй, ты что делаешь? А что делает? На березу. Ну что он сделает, береза? Засохнет береза. Никогда. А наоборот, это удобрение. Да-да. Ну и что? Ну и когда на общественный смотр поставили, он говорит, ладно, от коровы так, вы едите молоко, а я бензин не ем. Теперь корову можно подойти, говорит, под подбородком погладить, а ты у машины капот не погладишь. Ну, все засмеялись и говорят, ну пускай это догоняет тут. Он говорит, да и по закону положено, и по совести. Иеремия, какие имена у нас дают? Чудные. Сейчас я поеду. Хромает этот. Значит, все. Коленка что-то заболела, нога болит. Ну, где-нибудь не ударился, может. Прыгнул неудачно с коровы. Да у нас, говорит, какое лекарство? Я говорю, ТЧК еще, топор, чурка, конец. А то раннее утро. Сегодня какое, 8-е? Да, 8-е сегодня, июня. Корова гуляется. Гуляется, это означает ищет быка. Вот они сейчас все на нее. И все это естественно, ничего не прячется. Вот они, все бычки облепили ее. У меня кошка маленькая паля загулялась. Так этот серый пришел, замучил. Завтракайте, подходите к вам. Все, все, пошел.